Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии продало свои 40% акций мелиузовского предприятия «Эколайн» компании «Бетапром». Последняя принадлежит предпринимателю Вадиму Гатаулину. За пакет акций «Эколайна» структуры бизнесмена заплатили более 31 миллиона рублей. Теперь ему принадлежит более 90% акций компании. Тогда как ранее Гатаулин владел пакетом в 54%. Как пишет «Коммерсант», холдинг «Эколайн» занимается производством клея и резиновых смесей. Выручка предприятия в 2015 году составила 438 миллионов рублей, чистая прибыль – 109 тысяч. Кроме того, состоялся повторный аукцион по продаже имущества банкрота Хайбулинской горной компании. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.